Так, друзья, всем привет. Я нахожусь на Гершинской крепости. Сейчас буду заходить туда. Вот уже группа собралась на 3 часа. Вот. Короче, Гершинская крепость. Начинаем первую серию. Вот, только-только входим. Сейчас экскурсия будет. Экскурсовод. Люди там, всякие разные люди. То есть, всякие разные, как бы, это... Самые разные ситуации будут в этой крепости Керчь. Ну а вы смотрите серии до конца, вот, чтобы понять. То есть не надо вам платить 350 рублей, вот, а вы просто смотрите серию и все. Может, вам сюда и не надо как бы заходить. Опа, вот Бобик, нифига себе. Вот это Бобик, нифига, вот это круто. Смотрите, какой военный. Офигеть. Слива растет сразу, вот. Угощение сразу. Пожалуйста, крымское угощение. Самое настоящее, алыча. Тут яблоки рядом растут. Вот, пожалуйста, яблоки. Что, проходим? Вы экскурсовод? Отлично. Как обращаться к вам? Руслан, меня снимать, пожалуйста. А все равно будете попадать, ну, по крайней мере, голосом. Хорошо, крупно не буду снимать. Да, да. Мы будем внимательно слушать. Ну, такая группа из 10 человек приблизительно, там плюс-минус. Здесь вот такие просторы сразу, лестница уходит туда на памятник. О, ничего себе, ну, какая-то картина интересная. Потери связи, да, потери управления. Ого, ребята, вот такая вот тут связь была. Видите, катушка какая. И вот кому посвящается, пожалуйста. Дальше идем, смотрите, тут персики сразу. Персики, еще одна слива, даже две сливы. Одна поспела уже красная, вот, пожалуйста, красная слива. А вторая еще не поспела. Вот зеленая еще, ну, короче, приезжайте в августе, поспеет уже и эта слива. Вот, пожалуйста, мы смотрим сквозь персики. Вот они, персички. Еще не поспели. И там пошла жара тоже. Деревья всякие, фруктовые, нефруктовые, всякие разные. Ну, значит, самое главное, что тут не персики, а тут.